Доброе утро, друзья! Я опять в Киеве, у своего друга. Вот у него, он недавно переехал к себе на квартиру, на новую. И вот он сам спит тоже на полу, но в другой комнате у себя. Вот тут я спал. Я люблю спать на полу очень. И... в принципе, больше ничего не надо для того, чтобы спать. Так как у меня диета вегано-сыроедческая, вот мы покушали, он нормальный, он не веган-сыроед, он... и, в общем, вот так вот он пока живет. У него очень красивый вид из окна. Я вам сейчас покажу. Видите? Не видно или видно? Вот, вот так. Это его вид из окна. Вода, деревья. И почти весь Киев виден. Вот вид вниз, если смотреть, тоже природа есть, деревья. В общем, вид классный. Чем выше, тем красивее. Это я тоже снимаю для тех, кто интересуется, где я вообще сплю. Друга показывать не буду, но вы его пару раз видели или слышали в видео. Так что вот так вот в Киеве красиво. Так что приезжайте в Киев, тут очень классно.